Да одной логикой натуру не поймешь. Логика предугадает 3 случая, а их миллион. Вот скажи, 40-летний бесчестит 10-летнюю девочку. Где тут логика? И какая у вас среда заела? Вот ведь прорвался. Барабанит. Да стой, Порфирий, молчи! Ну что ж, в строгом смысле, пожалуй, что и среда. А хочешь, я тебе сейчас выведу, что у тебя волосы темные. Естественно, только от того, что у Ивана Великом 35 сажен высоты. Понимаю. Послушай, как он выглядит. Ты это нарочно, Порфирий. Это все притворство, мираж, точно как твоя свадьба. Ну, соврал немножко. Человек есть, а вранье – это, можно сказать, единственная человеческая привилегия перед другими организмами. Соврешь, до правды дойдешь. Родька, так это ты, брат. Пришел все-таки. Молодец. Ты выиграл. Да к черту, пойдем. Да что свадьба, а монастырь? Не могу. Помнишь, как 2 месяца в монахи уходить собирался? Я еще слаб. Так что, здравствуй и прощай. Подожди. Я тебя провожу. Ну, дураки, такую чушь городят. Все дураки, даже Зосимов. Тоже сплошная дичь в голове. Хотя бы насчет тебя, например, идея. Что за идея? Идея, будто бы ты сумасшедший или близок к тому. Ну, дичь, говорю же, сам-то он помешался на душевных болезнях, а еще твой разговор с Заметовым его повернул. Заметов все ему рассказал? Ты правильно сделал, я немножко пьян, Родин, но дело в том, что мысль, которая у них наклевывалась, действительно наклевывалась. Понимаешь, они смели вслух, но обрак в конторе... Там душно было, и краска масляная пахла. Еще объясняет. Не только краска, а воспаление, долго приготовлявшееся. Словом, Заметов теперь убит совершенно. Мизинца, говорит, этого человека не стою. Ну ты мастер, ей-богу, так их и надо. Ведь почти заставил его убедиться в этой бессмыслице. Бац, язык выставил. Молодец, жаль, что ко мне не зашел. Ждали тебя все ужасно. Кстати, Порфирий тоже хочет познакомиться. Уже и этот. Слушай, Разумихин. Я сегодня у мертвого был. Один чиновник умер. И там целовало меня одно существо, которое, если бы я убил кого-нибудь... Что с тобой? Там еще одно существо было. С огненным пером. Впрочем, я завираюсь. Смотри, видишь? Что такое? Свет в моей комнате. Так Настасья, может быть? Нет, что ты. Она спит давно. Впрочем, мне все равно. Прощай. Как? Ты что? Ты что, вместе войдем? Знаю, что вместе войдем. Просто мне захотелось с тобой здесь проститься. Давай руку. Ты че? Пойдем. Свидетелем будешь. Я говорил, сейчас придет в себя. Все это зря, нервы. И доктор сказал, что... Разумихин, помолчи. Ступайте с ним домой. До завтра. Нет, Родя, да уйду ли я после этого? Я ночую здесь. Не мучите меня. Уходите. Не мучите. Да, не мучите. Да, маменька, да, пойдем, да как же я уйду, не посмотрев на него через 3 года-то? Пойдемте. Постойте. Пойдемте. Вы ужина видели? А, да. Нет, мы не видели, но он знает, что мы приехали. Мы знаем, что он был так добр, что он вестил тебя сегодня. Да, он был так добр. Дуня, я давеча ему сказал, что с лестницы его спущу. И прогнал его к чертям. Родя, ты что? Дунечка, я этого брака не желаю, поэтому ты завтра должна объявить ему,
чтобы духа его тут не было. Подумай, что ты говоришь. Ты, может быть, устал теперь. Нет, ты выходишь за Лужина для меня. А я этой жертвы не принимаю, поэтому к завтраму ты напишешь письмо с отказом, а утром дашь его прочесть мне. Конец. Да по какому праву, Дунечка? Да блин, да иначе как бы он мог? Завтра вся эта дурь выскочит. А сегодня действительно выгнал. Тот так ушел, поджав хвост. Да, да. Это что, правда? Родя. Слышишь, сестра, я не в бреду. Или я, или Лужин. Этот брак – подлость. Ступайте. Да ты с ума сошел, деспот! Настасья, иди. Идемте, идем, идем. Пойдемте, маменька. Идемте, идемте. До завтра. Идемте, брат. Идемте. Идемте. Я не могу. Пойдемте, пойдемте. Я не могу оставить его так. Невозможно. Невозможно. Все дело испортите. А? Ну нельзя, нельзя раздражать его. А то черт знает, что будет. Он может с ума сойти. Он может что-нибудь сделать с собой. А, он повеситься может. Что вы такое говорите? Это доктор говорит. Неужели так и говорит? Да, да. Здор. Здор. Слушайте. Слушайте. Слушайте, я вот что сделаю. Я вот что, я отведу вас обеих к вам, потом возьму доктора, отведу его к Родьке, а потом точно же к вам. Так что вы первые, вы сразу от самого доктора получите известие, понимаете? А мы здесь будем ночевать. Я под Родькиной дверью вон там, а он у хозяйки. Ну, кто ему теперь полезнее, вы или доктор, а? Пойдемте, маменька. Он, наверное, так и сделает, как обещает. Вот, вы понимаете меня. Потому что вы... Ангел. Пойдемте. Понимаю, я в таком виде. Здор, то есть я пьян какого-то, но не в том дело. Я пьян не от вина, а от того, что вас увидал. Да так в голову ударило. Да плевать на меня, плевать, я вру, я вас недостоин. В высшей степени недостоин. А чё я так нахлестался? От того, что в споры вели проклятые. Ты чуть не подрался. Верите ли, полной безличности требуют. Все на вопросы о комфорте, да, о социальной системе сводят. Мол, выйдет она из какой-нибудь математической головы, да тотчас же, в один миг, сделается человечество праведным и безгрешным. У них система готова. Да натура-то как системе еще не готова. Жизнь не хочет. Жизненного процесса не завершила. Рано, рано на кладбище. Так ли, так ли так, я говорю? Так, а? Хоть я и не совсем с вами согласна. Так. Так. Вы сказали так. Да вы после этого источник чистоты, доброты, разума и совершенства. Дайте вашу руку. Дайте. Дайте, я говорю. Что вы встаньте? Ни за что в жизни, пока не дадите рук. Дайте. Вот так. Вот так. И довольна. Пойдемте. Так, вот они, ваши номера. Ну нет, прав Родион, что вашего Петра Петровича выгнал. Да как он смел вас сюда поместить? Ведь вы же невеста. Да знаете ли вы, кого сюда пускают? Подлец он после этого ваш жених. Вы забываетесь, господин Кузьмин. Все, все, все. Все, 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 все. Да, забылся. Забылся. Стыжусь. Господи, господи. Пойдемте. А ведь мы всегда ведь поняли, как он вошел, что этот человек не нашего общества. Не потому, что он свой ум спешил выставлять, а потому, что он соглядатый и спекулянт. Вы думаете, он умен? Нет, он дурак. Он дурак, ну пара ли он вам? Боже мой, ну где вот здесь, где? Господи. Вот он. Идемте. Ага, бывал, бывал, бывал. На ночь запритесь, никого не пускайте. Я через полчаса ворочусь. С доктором. Господи, Дунечка. Что же это будет? Успокойтесь, маменька. Ой. Нам сам Бог послал этого господина. Хоть и прямо с какой-то попойки. Да кто тебя в суде звал? Номера скверные. Да почем же он знал? Разве может Адотья Романовна? Разве может такая девушка? Отдаться за... Подлость. Все погибло. Доброе утро. Доброе утро. У больного был?
Спит, как сурок. Очень хорошо. Не будить. Часа через два зайду. Если не сбежит. Черт, а? В своем больном не властен. Вот лечи, поди. Беспокоит меня, что я ему вчера спьяно проболтался. Насчет наклонности к помешательству. Да ты и дамам проболтался. Знаю. Хочешь, бей. А у тебя и вправду твердая мысль? Да какая твердая мысль? Сам же ты описал его как мономана, когда меня в первый раз привел. А мономан всегда из капли океан сделает. Ты про контору? Ну, конечно. Иступленному ипохондрику, при тщеславии бешеном, исключительном такое подозрение. Тут, может, вся точка отправления болезни и сидит. Кстати, а чего это он так? На этого Лужина-то, а? Человек с деньгами, ей, кажется, не противен. А ведь у них не шиша, а? Да ты чего выпытываешь? А? Фу, фу! Почем я знаю, шиш или не шиша? Как ты глуп иногда, а? Вчерашний хмель сидит. Поблагодари от меня Прасковью Павловну за ночлег. Ну? Заперлась от меня. Так и не удостоился лицезреть. До свидания. Видите ли, Дмитрий Прокофьевич, я буду совершенно откровенна с Дмитрием Прокофьевичем. Конечно, маменька. Вот в чем дело. Петр Петрович должен был нас встретить вчера на вокзале, но был послан лакей, и он показал нам дорогу в эти номера. И передал, что непременно будет утром. А сегодня, очень рано, мы получили от Петра Петровича эту записку. Вы лучше сами ее прочтите. Тут есть пункты, вы обо всем догадаетесь. Дунечка уже разрешила, как ей быть, а я не знаю, как мне. От вчерашнего числа. Милостивая государыня. Милостивая государыня. Встретить не мог по сенатским делам. Буду иметь честь ровно 8 часов пополудни присовокупить убедительную просьбу, чтобы при свидании нашим Владимиром Романович уже не присутствовал, так как он беспримерно обидел меня. Что, если, вопреки просьбе, встречу Родиона Романовича, то принужден буду немедленно удалиться. И тогда пеняйте уже на себя. Пеняйте уже на себя. Припугнуть слегка, но полезно. А? Пишу же в том предположении, что Родион Романович, казавшийся при посещении моем столь больным... Через 2 часа вдруг выздоровел. А стало быть, выходя со двора, может и к вам прибыть. Утвержден в том собственными моими глазами, в квартире одного разбитого лошадьми, пьяницы. Пьяницы, дочери которого, девицы отъявленного поведения, выдал вчера до 20. ₽25. Ой, господи, боже мой. Думала ли я когда-нибудь, что так буду бояться свидания с сыном? Я боюсь, Дмитрий Прокофьевич. Не бойтесь, маменька, лучше верьте в него. Дмитрий Прокофьевич, у меня ум за разум заходит. Вы мне простите мои слабости. Я ведь вас как за родного почитаю. Ой. Вы ушиблись, что ли? Да.
ушибся. Не сердитесь на меня. Я очень много от сердца говорю, а Дунечка мне поправляет. Научите меня. Как мне быть с ним? Не расспрашивайте его очень, особенно про здоровье. Не любит. Мамаша, успокойтесь. Пойдемте. Он должен быть счастлив, что вас видит. Не мучайте себя так. Прокофьевич, если бы вы знали, как трудно быть матерью. Какая ужасная лестница. Это его комната? Это не комната, это как каморка. Это как гроб. А эта же женщина, его хозяйка, она считает, что это комната. Здоров, здоров. Да я теперь сам вижу, что почти здоров. И уже не по-вчерашнему, это говорю. Ну, а совершенно его выздоровление зависит теперь исключительно от него самого. Необходимо устранить первоначальную, так сказать, коренную причину его болезненного состояния. Я ее не знаю, а ему она должна быть хорошо известна. Мне кажется, что начало совпадает отчасти с выходом его из университета. Да-да, вы правы. Вот поступлю в университет, и тогда все пойдет как по маслу. Вот за это я его и люблю. Есть в нем эти... Как их? Движение. Ах, Родя, ты не поверишь, как мы вчера с Дуней были несчастны. Нам сказали, что у тебя белая горячка, а ты тихонько убежал на улицу. Ну, теперь уже все прошло, и мы опять счастливы. Да. Пожалуйста, ты, маменька, и ты, Дунечка, не подумайте, что я не хотел к вам сегодня первый прийти. Да что ты, Родя. Меня платье задержало. Забыл вчера Настасья сказать замыть эту кровь. Кровь? Какая кровь? Это так, я вчера шатался несколько в бреду. И наткнулся на одного раздавленного человека. В бреду? Господи, ну ведь ты все помнишь. Известный феномен. Исполнение дела мастерское, прихитрейшее, а управление на начало поступков расстроено. Похоже на сон. А ведь это, пожалуй, и здорово и так. Верное замечание. Но тут необходимо черту различать. Так что насчет раздавленного? Я тебя перебил. Что? А, запачкался в крови. Когда помогал. А ведь это, пожалуй, хорошо, что он меня за сумасшедшего считает. Слово, маменька, я хотел сказать, что прощения у вас прошу. Да полно, Родя, я уверена. Все, что ты не делаешь, все прекрасно. Не будьте уверены. А ведь они точно боятся меня. А знаешь, Родя, Марфа Петровна-то померла. Да, боже мой, Марфа Петровна Свидригайлова. Да, 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 помню. Я тебе писала. Помню. Умерла. А чего же? Представь себе, скоропостижно. И, кажется, причиной тому этот ужасный человек. Он ее ужасно избил. Это случилось утром. За обедом она покушала очень с большим аппетитом. Избитая? Так у нее всегда была такая привычка. Покушала и поехала в город, в купальню. Там холодный ключ. И она там купалась каждый день, лечилась как-то. И представь себе, как только вошла в воду, так с нее удар приключился. Еще бы. Ах, маменька, охота вам в таком вздоре рассказывать. Так я не знала, о чем заговорить.
Да. Говорить не о чем. А ведь, кажется, так любил их. Мне, однако ж, пора. Еще зайду. Может быть. Не о чем говорить. Ни с кем больше. Никогда и ни с кем. Ой, какой прекрасный человек. Да, прекрасный, образованный, умный. Он вот тоже. Прекрасный человек. Угу. Нравится тебе он, Дуня? Очень. Фу, какой же ты свинтус. Да куда ты? А я тоже, мне надо. Да совсем тебе не надо, оставайся. Вот что, сестра. Я, конечно, прошу прощения за вчерашнее, но от главного не отступаюсь, или я, или Лужин. Пусть я подлец, но и ты не должна. Если ты выйдешь за него, я перестаю тебя тотчас же сестрой считать. Ой, Родя, это то же самое, что и вчера. Брат, во всем этом есть ошибка с твоей стороны. Ты предполагаешь, будто я себя в жертву приношу. Совсем это не так. Я просто для себя выхожу. А затем, конечно, буду рада, если удастся быть полезной родным. Чего ты так улыбаешься? А ты чего сердишься? Ты лжешь, сестра, нарочно по одному только женскому упрямству. Ты не можешь его уважать. Стало быть, ты продаешь себя за деньги. Неправда, не лгу. Я не могу выйти за него замуж, не будучи уверена в том, что буду уважать его. И, к счастью, я могу убедиться в этом сегодня же. Но даже если бы ты был прав, разве не безжалостно так говорить со мной? Если я и погублю кого-нибудь, то только себя одну. Я еще никого не зарезала. Что с тобой? Что с тобой, Родя, милый? Что? Господи, до обморока довела. Нет, ничего. Вздор. Голова закружилась немного. Что бишь? Каким образом ты сегодня же можешь убедиться, что можешь уважать его? Ведь ты и сегодня сказала, я не слышался. Маменька, покажите брату письмо Петра Петровича. Скажите, а Родион Романович Раскольников где тут живет? Кто? Раскольников-то? А Раскольников? А он в квартире Зорницыной, барышня. Так как же ты решаешься, Родя, насчет вечера? Ты будешь? Сделаю, как вам лучше. Дунечка уже давно решилась. Я с ней согласна. Я решила просить тебя, Родя, непременно быть у нас на этом свидании. Да. Придешь? Приду. И вас я тоже прошу, пожалуйста, будьте у нас в 8. Да, Дмитрий Прокофьевич, непременно. А, это вы. Сделайте одолжение. Садитесь. Вот сюда. Я на одну минуту зашла. Простите, что беспокоила. Я от Катерины Ивановны. Садитесь.
пожалуйста, мне надо с вами поговорить. Маменька, это Софья Семеновна Мармеладова, дочь того самого несчастного, которого вчера на моих глазах раздавили лошади. Я хотел у вас спросить, как у вас там все устроилось? Не обеспокоили вас, например, от полиции? Нет, не обеспокоили. Только вот жильцы сердятся. Отчего? Что тело долго стоит. Теперь ведь жарко. Дух. Так что сегодня к вечерне перенесут на кладбище, в часовню. Катерина Ивановна приказала вас очень просить делать нам честь быть завтра утром на отпевании, а потом к нам, к ней, на поминки. Как? Она поминки устраивает? Да-с, закуску. Она очень велела вас благодарить. Без вас совсем похоронить нечем. Но неужели на такие малые средства еще и закуску? Гроб ведь простой будет. И все будет просто. Мы тут давеча все рассчитали, как раз останется, чтобы помянуть. Вы нам вчера все отдали. Ну, вроде, разумеется, мы сегодня вместе обедаем. И вы, Дмитрий Прокофьевич, приходите, будьте добры. Да, пожалуйста, придите. Останься на минуту. Прощай, Родя. Ой, до свидания. Не люблю слово «прощай». Прощайте, Дмитрий Прокофьевич. Ой, опять слово «прощай» сказала. Дуня, дай же руку. Я же подавала. Забыл. Тогда еще. Ну, вот и славно. Упокой Господь мертвых. А живым еще жить. Так ли? Ведь так? У меня к тебе дело. Сейчас, Софья Семеновна, вы не мешаете, у нас нет от вас секретов. Вот что. Ты ведь знаешь этого, который это дело об убийстве. Вчера вы говорили. Ведет. Как его? Порфирий Петрович? Дуня, этой девицы я тоже очень боюсь. Чего же? Хороший человек. Предчувствую у меня, Дунечка, веришь ли? Как вошла она, так я в ту же самую минуту подумала, что вот тут-то вот оно самое главное-то и сидит. Да совсем ничего не сидит. Он даже не узнал ее, как она вошла. Какие вы с вашими предчувствиями, мамаша? Петр Петрович такое об ней пишет. А он нам ее рекомендует. Стало быть, дорога она ему. Мало ли что пишет. Об нас тоже много писали. Забыли, что ли? И потом, я уверена, что она прекрасна, и все это вздор. Дай ей Бог. А Петр Петрович негодный сплетник. Вот что. Господи. Не хочу я, чтобы вещи пропали, особенно часы отцовские. Научи, как быть, а? Я точно знаю, что нужно заявить в часть, но... Может быть, к самому Порфирию? Вот увидишь, мать непременно спросит за обедом. Отнюдь не в часть. А непременно к Порфирию. Да что там? Идем сейчас. Идем, два шага. Пожалуй, пойдем, но... Да он очень-очень-очень будет рад с тобой познакомиться. Так ты старуху знал, то-то. Да великолепно все это обернулось. Идем.
Ах, да. Софья Ивановна. Софья Семеновна. Так я Полечке адрес дал. Да разве вы забыли? Не помню. Я бы вас еще от покойника слышала, только на фамилии ваши не знала. А как вы вчера сказали фамилию и адрес, то я нашла. Так я к вам зайду сегодня, Софья Семеновна? Как вам угодно. Важнее всего, знает Порфирий или не знает, что я вчера у этой ведьмы в квартире был и про кровь спрашивал. В один миг надо это узнать с первого шагу. Иначе... А знаешь что? Я, брат, заметил, что ты сегодня с утра в каком-то необыкновенном волнении состоишь. В каком волнении? Ни в каком не волнении. Нет, правда, заметно. Особенно, когда тебя обедать пригласили. Да ничего я... Че ты врешь? А чего ты конфузишься? Постой. Ромео. Я это перескажу кое-где сегодня. Маменьку посмешу. И еще кое-кого. Послушай, послушай, что ты им расскажешь? Просто роза весенняя. Фу, какая же ты свинья. Да как ты вымылся сегодня, ногти очистил. Чё? Когда это бывало? Чего? Напомадился, надушился. Чего? Свинья. Ни слова тут, или я тебя размажу. Ты понял, нет? Свинья. Понял, я спрашиваю? Здравствуйте. Здравствуйте. Надо тебе крыштули-то ломать, господа. Казне ведь убыток. Извините, Раскольников. Полноте. Очень приятно. Да и так вы приятно вошли. И этот здесь. Ну и черт с вами, со всеми. Шабаш. Все дураки. Ну, к делу. Капернаума оставите? Он мне жилет вчера перешивал. А я вот тут у мадам Рейсли Гертруд Карловны. Как пришлось-то. Соседи. Я всего третий день в городе. Ну-с. Пока, до свидания. Стало быть, в полицию. Видите ли, я в настоящую минуту не совсем при деньгах. И желал бы только заявить, что эти вещи мои. Ну, это все равно. Впрочем, вам можно и прямо ко мне написать, если захотите. В том же смысле, что, дескать, известись о том-то, ну и... На простой бумаге, не на гербовой. На самый простейший. Вы извините, что такими пустяками беспокою. Часы и колечко стоят 5 рублей. Но они мне дороги. И, признаюсь, как только я узнал, я ужасно испугался. То ты так спорхнулся вчера, когда я сболтнул, что Порфирий закладчиков опрашивает. Ты, брат, кажется, надо мной посмеиваешься. Я тебе говорил уже, что часы — единственная вещь, которая осталась после отца, и если бы они пропали, если бы мать узнала,
Клянусь, она была бы в отчаянии. Женщины. Вещи ваши ни в каком случае не могли пропасть, потому как я давно вас здесь уже поджидаю. Да разве ты знал, что и он у старухи закладывал? Так ваши обе вещи были у нее под одну бумажку завернуты. А на бумажке ваше имя карандашом тетка обозначено. Почти все закладчики уже известны. Одни вы только не изволили пожаловать. Я не совсем был здоров. Да, я об этом слышал. Не совсем. До вчерашнего дня без памяти был. И веришь, Порфирий, только мы и я до Зосимов отвернулись, удрал. И куролесил чуть ли не до полночи. В совершеннейшем бреду. О, уж и в совершеннейшем бреду. Скажите, пожалуйста. Надоели они мне вчера. Я решил сбежать. Квартиру нанять, чтобы не сыскали. Захватил с собой кучу денег. Вон господин Заметов видел. Что? Господин Заметов, умен я был вчера, али в бреду? Разрешите-ка наш спор. По-моему, вы говорили разумно-с. И даже хитро-с. Только раздражительно уж были слишком. Порфирий Петрович, вы извините, что мы вас беспокоим таким пустяшным перебором. Надоели ведь, а? Да, помилуйте, напротив, напротив. Если бы вы знали, как вы меня интересуете. Как я рад, что вы, наконец, пожаловать изволили. Да, брат, у меня после твоего вчерашнего-то голова весь развинтился. Так кто победил-то? Я на самом интересном месте бросил. Да никто, разумеется. Навековечные вопросы съехали. Ага. Вот у всех парили. Вообрази, Родя, на что вчера съехали. Есть или нет преступления? До чертиков добрались. Что ж, обыкновенный социальный вопрос. Вопрос был не так формулирован. Ну, не совсем так. Это правда. Слушай, Родя, и скажи свое мнение. Началось все с воззрения социалистов. Почему они со мной говорят таким тоном? Дразнят, что ли, меня или нервы мои? Хотят раздражить. Опять притворяется, черт. Опять все нарочно. Ну, стоит ли с тобой говорить? Вы в самом деле такой притворщик? А вы думали, нет? Подождите, я и вас проведу. Нет, я вам всю правду скажу. По поводу всех этих вопросов, преступлений там и прочего, вспомнилась мне одна ваша статейка о преступлении. Или как там у вас, забыл. 2 месяца назад имел удовольствие в периодической речи прочесть. Браво, Родька. Я тоже не знал. Сегодня же забегу в читальню и номер спрошу. А почему вы решили, что эта статья моя? А на буквы подписана? Да, случайно. И то на днях. Через редактора. Я знаком. Весьма заинтересовался. Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжении всего хода преступления. Да, но меня, собственно, не эта часть заинтересовала, а одна мысль в конце статьи. Если припомните, то проводится намек на то, что будто бы есть на свете такие лица, которые могут, а вернее, даже полное право имеют совершать всякие преступления. Как? Право на преступление? А опять потому, что среда заела? Нет, нет, не потому. Дело в том, что в ихней статье все люди как-то разделяются на обыкновенных и необыкновенных. Ну, обыкновенные должны жить в послушании и закона не приступать, потому что они обыкновенные. А необыкновенные
право имеют всячески закон приступать. Потому что они, собственно, необыкновенные. А да как же это? Быть не может, чтобы так. Вы знаете, вы почти верно все изложили. Только я вовсе не настаиваю, что необыкновенный человек должен совершать преступление. Я только намекнул, что необыкновенный человек имеет право, то есть не официальное право, а сам внутри себя позволить себе переступить через иные препятствия. Допустим, что 1, 10, 100 человек стояли бы как препятствие на пути Ньютона, мешали бы сделать его открытие известными людям. Тогда Ньютон имел бы право и даже был бы обязан устранить эти 10 или 100 человек. Впрочем, масса почти никогда не признает этого права, казнит и вешает. А в следующих поколениях ставит казненных на пьедестал и им поклоняется. Ну, ведь не всегда же казнят, иные... Торжествуют при жизни, да? И тогда... Сами начинают казнить. Если надо. А все эти великие законодатели, благодетели человечества, все эти ликурги, салоны, наполеоны, те до единого были преступниками. Уже тем одним, что нарушали древний закон ради нового. И уж, конечно, не останавливались перед кровью, а были страшные кровопроливцы. А коли так... Значит, не то что великие... Но и все чуть-чуть из колеи выходящие люди по природе своей должны быть преступниками. Я только думаю, что по закону природы люди вообще делятся на 2 разряда. На низший, то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных. И на собственно людей, имеющих дар сказать новое слово. Первый разряд – господин настоящего, второй – будущего. Первые сохраняют мир, вторые двигают его и ведут к цели. Те и другие – имеют одинаковое право существовать. И да здравствует вечная война. До Нового Иерусалима, разумеется. Так вы и в Новый Иерусалим веруете? Верую. Так и в Бога веруете? Верую. И воскресение Лазаря? Веруете? Верую. Зачем это вам? Буквально? Веруете? Буквально. Хм. Вот как-с. Так. Полюбопытствовал, извините. Но вот что скажите, как бы отличить-то этих необыкновенных людей-то? Знаки, что ли, какие-нибудь есть там при рождении? Потому как, согласитесь, если произойдет путаница. Да вы шутите, что ли? Морочите друг друга или нет? Ты серьезно, Роди? Ну, брат, если ты действительно серьезно,
Да нет, это все не ново. Тысячу раз напечатано и прочитано, но то, что действительно оригинально во всем этом, то, что ты кровь по совести разрешаешь, а это ведь, Родя, страшнее, чем официальное разрешение кровь проливать. Совершенно справедливо. Страшнее. А ну, как иной какой-нибудь муж, аль там юноша, вообразит, что он, Ликурка, Наполеон, да и начнет устранять все к тому препятствия. Ну, предстоит, дескать, дальний поход, а поход деньги нужны. Да и начнет добывать-то себе. Такие случаи действительно должны быть, так что уже из этого. Общество слишком обеспечено тюрьмами, каторгами, судебными следователями. Ищите вора. Ну, а коли сыщем? Туда ему и дорога. Ну, а как насчет совести-то его? А вам какое до нее дело? Да уж так. По гуманности. У кого она есть, тот страдай. И наказание ему. А прич каторги? Ну, вот вы сердитесь или нет, а я все-таки не утерплю. Позвольте еще вопросик один. Спрашивайте. Как бы это удачнее выразиться. Вы когда статейку тогда сочиняли? Ведь уж того не может быть, что вы сами-то себя не причисляли. Так сказать, да? Ну, хоть капельку. К людям-то необыкновенным. А ведь так? Очень может быть. Ну, а коли так, так неужели бы сами решились, а? Так сказать, перешагнуть, устранить, так сказать, препятствия. Ну, например, убить, ограбить там. Позвольте вам заметить, что я себя Ликургом и Наполеоном не считаю, следовательно, не могу дать удовлетворительного ответа. Да полноте, кто у нас на Руси Наполеон-то си... Я теперь не считает. Уж не Наполеон ли какой будущий? Нашу Алену Ивановну на прошлой неделе укокошил. А насчет просьбы вашей, то не имейте сомнения. Напишите, а еще лучше всего зайдите ко мне в отделение. Да хоть завтра. Я там буду часиков в 11. Ну вот, все и обустроим, и, так сказать, поговорим. Вы хотите официально меня допрашивать? Да нет, зачем же? Покамец это не требуется. Я просто со всеми закладчиками не упускаю случая. Да, да, о, вспомнил. Да, это ты ж мне все про Николашку-то этого красильщика уши промозолил. Ну, так ведь я и сам знаю, что парень-то чист. Так ведь что же делать? Ведь вот какое дело. Вот проходя там, на лестнице тогда, позвольте, ведь вы в 8 часу... проходили... В 8? Зачем сказал? Так вот, проходя в 8 часу, не видали хоть вы во 2-м этаже, в квартире отворенной, ну, помните, двух красильщиков? Или хотя бы одного из них? Это очень, очень важно для них. Красильщиков? В чем ловушка? Где она? Где? Нет, не видал. Вот она. Да, и квартиры такой, отпертой, не заметил. Вот в 4-м этаже, помнится, выносили мебель, переезжали. Подаленные Иваны. Да ты что? Ведь красильщики мазали в самый день убийства, а он за 3 дня там был. Ты что спрашиваешь-то, а? Совсем перемешал. У меня с этим делом ум за разум заходит. Нам ведь так важно было узнать, чтобы хоть кто-нибудь их видел. Ну, мне и вообразилось. Что он тоже совсем перемешал. Ага. Так внимательнее надо быть.